И снова здравствуйте. Сегодня я буду. И снова привет. Я сегодня буду очередной раз. Сейчас я еду за своими клиентами. В общем, я сегодня буду фотографировать семью. Семейная фотосессия в горах. Поэтому я думаю, будет весело, круто. Там детки, там взрослые. Надеюсь, нам попадутся лошади. В общем, увидите все сами. Сегодня очень красиво будет. Погода, конечно, опять нам не благоволит. Погода нам сегодня опять не благоволит. Но что делать? В общем, поехали. И вот в этом месте остановитесь, можете Ярославу можно на ручки взять. А это что у тебя? Татушка? Ничего себе. Ты вредная красавица. А это что? Пип. Это, кстати, Аланский мужской монастырь, который расположен в Феодоне. Тоже одна из достопримечательностей. Здесь мороженого нет. Корова. Вот тут тоже башни были. Вон там тоже башня была. Вот эту башню восстановили своими силами местные жители. И тут еще было остатки от башни, и из нее сделали вот ту. И выбирают такие скалы, чтобы сливаться с ними. Лучше достать бинокль, а он уже куда-то свалил. Вон, туристы на таких катают. И снова наша любимая качеля. Смотри сюда, спину ровно держи. Волосы убери направо, волосы. А ну раскачивай его еще. Да. Вот и... Нет, для кадра. Буди меня.
А ну посмотрите на деток. У нас тут человек уснул, пока мы ехали. А больше всех хотела фоткаться. Ну, в общем, скоро она проснется, потому что будет красиво. Гору я называю граница с Канадой. Вообще красота. Ну, хвойный лес. Я сказал, если делать геолокацию, можно. Чуть-чуть насыщенности добавить. Да? А, ну свет, да? Да. Ну, в эту сторону, но не в объектив, не специально. Ну что сказать вам, пацаны, девчата, короче, я не знаю, видно меня или не видно, но я здесь, я с вами, вот, наверное, меня видно. В общем, мы приехали в очередное место, давно я здесь не был, здесь очень красиво, круто, место называется Цей. Хакуна Матата. Олеся! Ноги туда. Да-да-да, еще. Да-да-да-да-да. И повыше. Что, ты боишься? А? Кого ты боишься? Кого ты боишься? А? Кого ты боишься? Кого ты боишься? Ты че боишься? Ты че, бояка? Что, бояка? А ну туда посмотрите. Эту под себя? Да-да-да, а эту наверх. Вот это под себя. Наоборот, наоборот. Леся, чуть-чуть повернись. Чуть-чуть повернись. Не-не, ноги. Вот сюда, вот сюда. Наоборот. Так, и ты ее. Так, и ты ее к себе. И ты ложись. Да. И вот. Не-не-не. Чуть пониже. Только эту руку чуть ниже, вот здесь. Не здесь, а вот здесь.